представляешь, там было столько детей, и я их всех выиграл. И неудивительно, у детей выигрывать просто. Да нет, ты не понял, они были такого же возраста, как я. А, ну тогда поздравляю. Илюш, ты чего? Иди, я сейчас приду. Никита, разворот на 180 градусов. Ага. Илюша, стой! Все-таки заметила. Что от нас нужно? Ты что, забыл? Водка! Точно. Никит, ты, наверное, иди, я сам с ним поговорю. Ты точно уверен? Да, иди. Привет, Никит. Ну что, Илюш, когда фотку будем делать? Слушай, Маш, давай не сегодня. Нет, мы сделаем эту фотку сегодня и прямо сейчас. Пошли. Стой, стой, стой. Давай хотя бы после уроков. Нет, Илюша, сейчас. Мне надоело слушать твои отмазки. Пошли. Подожди. Дай мне время. Мне нужно их подготовить. Короче, у тебя не так много времени, чтобы до урока мы сделали фотку. Понятно? Да понял я. Шла собака по бульвару и сказала цифру 5. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, я проиграла. Слушайте, девочки, давайте втроем поиграем. Давай. Шла собака по бульвару и сказала цифру 4. Раз, два, три, четыре. Чуть-чуть попала. Ань, давай ты. Шла собака по бульвару. Сказала цифру 6. Раз, два, три, четыре, пять. Ребят, короче, тут такое дело. Помните, мы обещали сделать фотку с фанаткой? Ну? Ну так вот, время пришло, она нас ждет в коридоре. Илюш, сейчас вообще нет настроения с ней фоткаться. Может, давай завтра? Нет, какой завтра? Нельзя, нужно сегодня и сейчас. Илюш, ну честно, вообще не хочется ее видеть. Да, ну ты же умеешь, может, ты как-то ее уговоришь перенести все на завтра. Ань, я бы с радостью, но никак. Давайте уже сделаем с ней это фото и забудем про нее. Ладно, пошлите уже сделаем эту фотку. Ну, привет. Слушай, не хочу тебя обижать, но мы не друзья. Поэтому давай сделаем фотографию, и мы пойдем на урок. Давайте. Все, спасибо, все свободны. Мальчики, спокойно. Аня, успокойся. Ребят, пойдемте в класс лучше. Идите, идите, еще увидимся. Все настроение испортило. Быстрее бы этот день закончился. И не говори. Всем пока. Пока. Ксюш, тебя ждать? Нет, иди без меня. Окей. Всем пока. Пока. Ну что, Ксюш, пойдем? Никит, иди без меня. Мне нужно еще кое-что сделать. Так давай я тебя подожду.
Никит, я здесь надолго, поэтому не обижайся. Давай завтра погуляем. Ну ладно, пока. Пока. Какие могут быть дела в школе? Дополнительных уроков же нет. Так, стоп, нужно ее дождаться и все узнать. Где она? Она же со школы не выходила. Фух, пронесло. Ксюш, давай открывай, я знаю, что ты там. Ксюш, что происходит? Почему ты домой не идешь? А это что такое? Ты что, собралась ночевать в классе? Да. Подожди, я ничего не понял. Что случилось? Почему ты решила тут остаться? Если в двух словах, то мама больше любит Илюшу, чем меня. Поэтому я решила здесь остаться на ночь. Ксюш, ну вы как обычно. Хватит выдумывать, пошли домой. Нет, Никит, я остаюсь. Ну хорошо, тогда я остаюсь с тобой. Тебе не обязательно со мной оставаться. Ксюш, я уже все решил. Я остаюсь с тобой. Ну окей, тогда ищи место, где ты будешь спать. Ксюш, а мы вдвоем здесь разве не поместимся? Ну, вообще поместимся. Но я люблю спать одна. Чего, ну ладно. Тогда я буду спать на учительском столе. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow.